Касым-Жомарт Токаев после грязных выборов для отбеливания своего грязного имиджа использовал, пожалуй, самого популярного казахского спортсмена – звезду UFC Шавката Рахмонова. Поэтому, чтобы Шавкат Рахмонов не запутался и не совершил ошибку, мы хотим напомнить ему слова, сказанные им в Лас-Вегасе 5 февраля 2022 года. Осы женесімді, осы Қазақстанда кішіне ауыр жағдайлар болып қалды. Осы жерде қайтыс болған кісілердің туысқандарына соболезнования білдіремін. Год назад, после своей очередной победы в UFC, Шавкат Рахмонов совершил поступок. На весь мир заявил о том, что в Казахстане погибли мирные люди. Это очень многого стоит. Незадолго до встречи с Токаевым с Шавкатом Рахмоновым встречался министр спорта Казахстана. Шавкату сейчас предлагают и деньги, и всевозможную помощь от администрации Токаева. Нам, да и, наверное, многим из вас не понять, зачем Шавкату Рахмонову мараться, брать деньги и пиарить Токаева. Ведь Шавкат, можно сказать, сделал себя сам. Сейчас Шавкат Рахмонов ни в чем не нуждается. Он всемирно известный боец UFC, занимающий 6-ю строчку рейтинга полусреднего веса. Гонораров, которые выплачивает UFC, да даже рекламных постов в Инстаграме, более чем достаточно для безбедной жизни. И тем не менее, судя по действиям властей, в ближайшее время Шавката Рахмонова будут все активнее привлекать на политические акции с целью отбеливания имиджа Токаева. Не исключено, что Шавката попросят вступить в Аманат, а потом предложат ему депутатское кресло. Что из этого получится, мы все прекрасно знаем. Спорт отойдет на второй план, победы сменятся на поражение. А самое главное, Шавкат Рахмонов может потерять уважение и любовь народа. Шавкату Рахмонову стоит серьезно подумать и решить для себя, что для него важнее – любовь народа или этот краткий миг братания с теми, кто в январе 2022 года убил сотни казахов и пригласил в Казахстан иностранных интервентов. Шавкат Рахмонов, подумайте, не совершайте роковую ошибку.